Ужасно. И школа боевых искусств Сято Мэд. Пусти! Только Нинтендо и школы Тендо. Стойте, в чем дело? Их отцы решили, что они должны быть помолвлены. Не решайте за меня. Это моя жизнь. И есть одна вещь, которая сложнее от жизни Рамми. Какого чёрта? Когда холодная вода попадает на него, он становится девчонкой. Еще раз попробуешь украсть у меня что-нибудь, поплатишься жизнью, старый извращенец. Ну что ты завелась? Я всего лишь хотел позаимствовать вон ту бутылочку саке. От тебя же не убудет. Это не саке, это вода из проклятого китайского источника. А, понятно. Ну, можно тогда хотя бы вон ту черную веревочку. Я верну, честно. Думай, о чем говоришь. Это проклятая китайская веревка, способная привязать к тебе навсегда человека, в которого ты влюблен. Я мог бы привязать к себе Акана. Надо бы вколотить тебе немного ума. Волшебная веревка, к которой привязать меня к рамочке навсегда. Идеально. И водичка пригодится. Теперь-то, Акане, ты не сможешь нам помешать. И Ранма стать мужем Сямпу, а я Ранма сама! О, нет, опять эта безумная амазонка! Ранма, скотина! Почему за тобой одним гонятся такие привлекательные женщины? Ведь ты их даже не ценишь! С радостью отдам их всех тебе! Ранма сама! Ловить! Попался! Стой! Акане! Сямпу, я спасу тебя! Сямпу, а ты схуднула в определенных местах. Сямпу, не бойся, я тебя спасу! Чего это они суетятся? Кажется, Сямпу и Рану упали в колодец. Чего? Там же холодная вода! Или чертов папаша! Только твоей черной туши тут и не хватало! Этот голос! Девчонка с косичкой? Ты упала в колодец? Рано! Где ты трогаешь? Убери руки! Еще и Акана в опасности! Держитесь! Великолепный Куна спасет вас! Девочка с косичкой! Аканетян, я спас вас! Акане, девочка с косичкой, кого же выбрать? Никто из них не выберет тебя. Никогда. Идем, Кен, мы не закончили партию в Го. Я никогда не жульничаю. О, Печан, а как ты сюда попал? И куда, кстати, делся Серега? Очнись, женщина! Я тебе третий год толдычу, что Печан — это и есть Серега. Кто бы меня еще слушал? Короче, я отмыв душу. А ну стоять! Куда Сямпу потащил? Извращенец! А что не так? Она же девочка! А я сейчас, по-твоему, кто? Бака Ранма! Так мне Сямпу нельзя, а тебе с Печаном можно, хоть он и мальчик. Это не одно и то же. А я против. Отдай сюда этот нахальный кусок свинины. Что ж, Печан, удачного купания в горячем душе. Не смей трогать моего поросеночка. Фу, едва не попался. Печан, куда ты делся? Когда-нибудь я изобью тебя, развратный свин, за то, что ты обманываешь Акана. Ха, как насчет никогда? Никогда тебя устроит? Ну все, ты сам напросился. Эй, имей совесть, я же в полотенце, и под ним ничего. Сочувствую, но твое ничего не моя проблема. О, похоже, это моя веревка. Но почему она не работает? Ты же говоришь, что она проклята связывать навсегда с возлюбленным. А, это я придумала. Не хотела, чтобы этот извращенец трогал мои вещи. К тому же, на ней я сушу свое нижнее белье. Так вот, значит, что ты задумала. Хотела связать себя с ранной проклятой веревкой? А я! В любви все средства хороши. Сямпу желает всю жизнь быть с Ранма сама. Пожалела бы мальчика.
У него и без тебя уже одно проклятие. Сямпу – взрослая женщина и не боится вслух говорить о своих желаниях, в отличие от некоторых. Да я в любой момент могу ему сказать. Просто не хочу. Не сейчас. Только Сямпу достойна милого Ранмы. Неправда! Правда! Ведь только Сямпу тоже проклята. Если бы Акане любить Ранму, она бы разделить с ним это проклятие. Для этого нужна вода из проклятого источника. Где я ее возьму? У меня тут есть немного. Что? Струсила? Еще чего? Ха-ха-ха! Акане такая глупая! Сямпу должна это увидеть. Ранма! Давай договоримся. Ну подумаешь, я иногда в виде поросенка сплю в постели Акане. И вижу, как она переодевается. Не, ну у тебя-то что? Еще слово не... Рама, мы же когда-то были друзьями. Ну что, попался, Печан? Теперь-то ты у меня не отвертишься. Акане, я нашел Печана. О, Печан, ты нашелся! Акане, держи крепче Печана, чтобы он снова не потерялся. Сямпу, я защищу тебя! Близорукий болван! Ранма сама! Сямпу, хотеть вам кое-что сказать! Это был подлый трюк. Подсунуть мне вместо Сямпу Рёгу. Ранма, гад! Убери лапы от Сямпу! Вообще-то, это она меня держит! Ранма сама! Подождать минутку! Сямпу разобраться с мусом и вернуться к своему любимому жениху! Так значит, все это время Печан был Рёга? Об этом я и говорил! И когда я переодевалась? Ага! И когда я спала или прижимала его к груди? Именно! И ты был против, потому что хотел защитить мою честь? Ну, Или ревновал? Дурочка, да кто станет ревновать такую дурнушку? Рано. Посмотри мне в глаза и скажи честно, ты ревновал меня к Рёге, потому что я тебе нравлюсь? Ну... Скажи честно, Ранма. Честно? Я любой драке рад. Ранма, ты трус. А я вот могу это сказать. Ранма, ты мне нравишься. Врёшь! Как тебе может нравиться такой, как я? Проклятый, превращающийся в девчонку. Ты мне нравишься даже таким, слышишь? Я тебя люблю! А проклятие я готова разделить с тобой! Постой, что это? В этой бутылке вода из проклятого китайского источника. Какого источника? Акана, нет, не вздумай! Ты не должна ради меня! Прости, вся вода вылилась на тебя. Акана? Я думала, что у меня получится. Эй, Акана! Рано! Что с тобой теперь будет? Да послушай же меня хоть секунду! Ну что? Посмотри, я весь мокрый! Да, Ран, прости. Вода была холодная. Я не хотела. Постой, что? Да, Акане, ты облила меня холодной водой, и я все еще парень. Но? Что за вода была в этой бутылке? Шишкин лес? Откуда у тебя эта бутылка? Это Сямпу принесла. Ох, беда! В бутылке была вода из проклятого источника утонувшего парня. Аканатян, только не говори, что ты теперь будешь превращаться в мужчину! Да нет же! Я должен лично убедиться, пощупать! Только попробуй тронуть Акане! И что ты мне сделаешь? Все равно у тебя нет никаких прав на Акане! А вот и есть! Она моя... Твоя кто? Ранма сама! Брат по оружию? Ты жениться на Сямпу? Напарник для спарринга? А, да заткнитесь вы все! Я люблю Акане и женюсь на ней! Что? Что? Ты наконец сказал это, дурачок!